Вы задумывались когда-нибудь, почему на флагах государств нет, допустим, розового цвета? Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Во флагах мира используется более 500 цветов, а точнее оттенков. Причем на одном флаге их может быть от 1 до 8. Например, одноцветные флаги были в Афганистане до 1997 года, в Ливии до 2011 года, на Мальдивах до 1903 года. Восьмицветные сейчас на Британских Виргинских островах и в Гватемале. В 2014 году журналисты Times с помощью машинного анализа посчитали, какие оттенки встречаются чаще всего. Оказалось, что первое место занимает белый цвет – 17,7%. Оттенков красного насчитывается около 17, и вместе они встречаются на флагах примерно трети стран мира. Черный цвет можно найти у 5,5% стран. Оттенки синего и голубого у 18% государств. Также часто встречается зеленый и желтый цвет. Помимо очевидного символизма, белый – это чистота, зеленый – надежда, ну и так далее. Их популярность часто объясняется природными происхождениями. Раньше белый цвет можно было получить на ткани из льна, хлопка, самых используемых в Старом Свете видов сырья. Красный – из ягод и личинок червей. Голубой – из крошки стекла и меди. Синий – из лазурита, а также краски осьминога. Черный из угля. Также белый, а точнее серебристый и желтый – золотой цвет. Основные металлы в европейской геральдике. А вот фиолетовый, серый, бежевый, розовый, коричневый на флагах практически не встречаются. А причины тому разные. Так, фиолетовый краситель для ткани первоначально получали только из одного вида морских улиток, обитающих в Средиземном море. Следовательно, ткань такого цвета была очень дорогой, поэтому в Византии ее могли носить только люди королевских кровей. В середине 19 века английский химик-органик Генри Перкин придумал, как синтезировать фиолетовую краску. И после 1900 года этот цвет появился на флагах некоторых стран. Например, Содружество Доминиканы. Этот цвет находится в оперении птицы. И Никарагуа в радуге. Серый цвет не используется по двум причинам. С одной стороны, он выглядит как грязно-белый, с другой является аналогом серебристого. Но на полотнище серебро выгоднее изображать белым цветом. А в геральдике серебряный таким и остался. То есть в данном случае причина непопулярности цвета является эстетической. Коричневый, бежевый, розовый цвет не являются геральдическими. Поэтому исторически их не использовали в создании военных знамен, а затем в адаптации национальных флагов. Это сегодня флаги являются признаком гражданской идентификации. Их прообразом были знамена, по которым узнавали врагов и соперников. Так, на государственных флагах, самый близкий к розовому цвету, на флагах Катара и Шри-Ланки, темно-розово-бордовый, гранатовый. В документах они зафиксированы как темно-бордовый и красный соответственно, но просто розового нигде нет. Также отмечу, что есть страны, флаги которых полностью или почти полностью совпадают. Оттенки базового цвета могут отличаться, а на остальных цветах помещен герб. Такова ситуация у Монако и Индонезии, Люксембурга и Нидерландов, Андорры, Румынии и Чада. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю, до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!
Yeah.